там новый сыт, там себе новое подкрепление заказала. Что-то у вас машина, и некуда подъехать. Нашел куда, да? Ну, в очень хорошем состоянии. Видно, зависимость от... Зависимость. Между прочим, мой витон. Можешь открыть, посмотреть, сколько цена, внутри цена будет. Слушай, ну, 2650. Ну, центр, ну, сейчас. Мой витон. Причем тоже кожаная. Оно цена, цена. 150 все у нас. Кожаная. Цена уже есть. 620. Ну, причем нужна кожа. 820. Сколько? Всего на 820. Ну, ты купишь-то такое? Обувь какая. Вот и обувь классная. Первый раз вижу секонд, который купил обувь. Ага, глянь. Вот это как-то рассказывает, что я неправильно снимаю плохие вещи. Плохие вещи есть хорошие, то они есть. 620, что мне не понравится. А, вон. Я не понимаю, как это. Thank you.
бордюрочек. Близкий такой. Класс. Угу. Между прочим, что такое люблю? 300 рублей. Искусственно или натурально? Чей-то мне это размер напоминает. Вот такие. О, с звездочками. Здесь такой. 940. 940. Класс, 500. 380. К сожалению, снимаю как могу. Почему? Потому что, во-первых, продавцы ходят. Вот опять. В этом секонде товар просто шикардос, просто, которым я только что была. А вот тут перепутала, куда идти, ну ладно. Товар просто шикардос, просто, ну цены, конечно, посерьезнее, но и фирмы серьезные. Но дело в том, что, а как снимать? Мы спускаемся вниз, и нам спускается продавец. Ну не могу же я в открытую, прям, а, да. Получается, вот так снимаю, как могу. Еще и заканчивается видео на 8 минут, и выключается телефон. На крыше. Моя любимая курточка висит, все-таки я ее не сильно заберу. Маленькие только. Тут мою шкурку любимую не делают ниже 50. Ну ладно. Какая классная. 1350%. Не удержалась, купила эту куртку. Сделаю из нее себе косметичку или что-то такое. Как бы мне использовать вот эти даже пуговицы. Так она мне нравится. Такая классная. Такой джинс классный, надо как-то обдумать. И сшить из него, у меня тут предыдущая лежит работа. Придумаю, как буду думать, вдохновляться, как она мне нравится. Прям я не могла отказаться, 80% скидка. Такой куртец классный. Чья она тут? 280 стоила, я ее за 80% скидки купила. Все равно. Вот такой улов.